зовут Стефанович Светлана, я дизайнер интерьера. На данном этапе я прохожу обучение в школе Skidder Sky, онлайн-школа Skidder Sky по программе «Коммерческая интерьерная визуализация». Меня попросили ответить на некоторые вопросы. Как я попала в эту школу и почему я решила записаться на этот курс? Информацию я собрала в интернете, я зашла на сайт этой школы, прочитала отзывы, мне понравилась подача материала, мне понравилось, что это грамотная, квалифицированная школа на русском языке. И, в общем, я выбрала эту школу. Как давно я уже изучаю эту тему? Самостоятельно. До этого я не изучала самостоятельно 3D-графику и ничего не знала об этой школе. В общем-то, моя отправная точка была нулевая. Обучение проходило интересно, обучение проходило поэтапно, то есть это был базовый курс, потом это был профессиональный блок. Особенности обучения мне, наверное, не с чем сравнивать, потому что это мой первый опыт. И что понравилось и что больше всего раздражало. Понравилось то, что я сама могу выбирать время обучения, организовывать свое как бы рабочее время, а раздражало то, что времени этого, как всегда, не хватало. Вот это была моя большая как бы проблема. Результаты обучения меня радуют, но хотелось бы добиться большего. Я научилась делать фотореалистичные картинки в программе 3ds Max. Изменения, конечно, произошли грандиозные. Я очень много нового узнала. И система и стиль обучения мне, конечно, понравились. Я бы порекомендовала дизайнерам, тем, кто в области 3D-графики, несмотря на то, что они на начальном этапе с нуля, как я, или более продвинутые, то есть пройти обучение в этой школе вы узнаете, даже если вы продвинутые пользователи программы 3ds Max, вы узнаете для себя очень много нового. Так что рекомендую. Всем пока!